Сегодня столетие отмечает Государственная архивная служба России. Декрет о ее создании был принят Советом народных депутатов в 1918 году. В концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Участие в нем приняло около 300 работников и ветеранов архивной отрасли региона. Им вручили федеральные и краевые награды. В числе награжденных Ольга Дударева. Краевому архиву она посвятила 33 года своей жизни. Говорит, когда помогаешь людям найти необходимые документы, от которых зависит дальнейшая судьба всей семьи, понимаешь, что выбрал правильную профессию. Кстати, в Государственном краевом архиве хранятся исторические документы, начиная с 1744 года. Интересуется сейчас достаточно много. В читальном зале 45-50 человек ежедневно работают. Причем более 50% из них занимаются историей семьи.